Young, and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys. Итак, огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. Сегодня у нас счастливейший день, выходной, и мы отправляемся на море. Так, не будет долгого вступления, потому что нам надо бежать на вокзал. У нас через 45 минут поезд, надо еще купить билет, дойти до вокзала. Ну, короче, в общем, побежали, и на ходу я вам буду рассказывать, какие мне новости вообще есть. Чуть мы засобирались на море. Так, вот такое вот у меня платье. Кстати, размер мой по плечам, вот по плечам это мой размер, но вот тут, вот я не знаю, какие-то пузыри, вот тут вот, и тут немножко, конечно, свободно. Ну, в общем, такой романтичный стиль. Потом, может быть, муж поснимает меня со стороны и покажет, как это выглядит, это платье. Ладно, мы побежали, чтобы не опаздывать, еще муж хотел перекусить, что-то дома не поел. Почему бы не поесть дома? Я поела, он не поел, ну ладно. На вокзале, вероятно, вкуснее. Так, мы движемся к вокзалу, он по прямой находится возле горы, недалеко от нашего дома, в этом плане нам повезло, повезло. Так, для тех, кто недавно присоединился к моему каналу и не смотрел мои прошлогодние выпуски про поездки на море, рассказываю снова. В Корее это достаточно доступное мероприятие, так же, как в России, например, выбраться куда-нибудь на речку, примерно такой же бюджет. И примерно столько же это занимает по времени. То есть утром можно выехать, ну и ближе к вечеру вернуться. Ну или не к вечеру, а когда ты там натусуешься, когда тебе уже там надоест. Вот. Поэтому это очень, очень большой плюс. Не нужно для этого брать отпуск, искать какое-то особенное время. Когда есть свободное время, можно съездить. А вот и вокзал. Посмотрите, какой симпатичный. На фоне гор и красивое небушко. Сейчас около 8:20 время. Мы успеваем. Не знаю, успеет ли муж перекусить. Но на поезд мы точно не опаздываем. Так, ладно, пойду догонять. Он сегодня с вами не поздоровался пока еще, потому что ему некогда. Он много сегодня говорил по телефону. Постоянно звонят с работы. У них новый сотрудник. И он пока еще, так сказать, не полностью вошел в курс дела и обращается за помощью время от времени, звонит, что-то спрашивает. Поэтому муж постоянно на телефоне. Привет! Да, мы идем, едем на море, говорит. Какие красивые цветочки тут. Кусточки. Итак, вот они наши билеты. Цена поездки 16 100. Время поездки чуть больше часа займет. И уже где-то через 13 минут отправляется поезд. Вот, практически не пришлось ждать. Ждать осталось только мужа из туалета. Тишина такая на платформе, пустота. Слышно, как птички поют. Такая, знаете, аура. Не знаю, как ее описать. Я думаю, все это чувствуют, когда собираются в какую-то поездку.
такое немножко тревожное предвкушение. Класс. Так, мы остановились около той платформы, где остановится наш вагон. Тут написано, вон, 13-14, у нас 14 как раз. Удобно, что есть такая разметка, не надо бежать за своим вагоном по всей платформе, догонять его, а он четко остановится там, где ему положено остановиться. Вокзал старенький, но опрятненький такой. Аккуратненький, все чистенько, тихо. Никаких посторонних движух. Вид какой на горы сумасшедший, боже мой. Еще никуда не выехали, а уже можно любоваться, да? Посмотрите, какая прелесть. Так, что еще хотела рассказать. На днях пришли результаты анализов, короче, моих из больницы. Все типа хорошо, но нехорошо. Что-то с щитовидной железой. В общем, в понедельник врач сказал зайти, забрать у него, значит, вот этот медицинский протокол и с ним идти в такую общую больницу и обследовать там щитовидную железу. Ой, ну я, конечно, не воспринимаю это, знаете, как заботу врача, это, конечно, его долг, но меня, честно говоря, вот это вот все заколебывает, честно, вот хочется какого-то покоя, чтобы оставили в покое, чтобы можно было спокойно ходить в свою беременность без всяких вот этих внутрикопаний каких-то, знаете, в человеке, раскопок таких, без всяких каких-то лишних анализов, лишнего вот этого кровопития, берут столько крови, не знаю, сколько, как будто бы корову дует, понимаете? Опять эту кровь давать, возможно, придется УЗИ щитовидной железы делать. Я еще не смотрела, что там, насколько критичны там мои показатели, насколько они отличаются от нормы. Но понятие нормы тоже относительно. Мне как-то недавно стало любопытно, как это вообще все рассчитывается. Вот эти вот нормы, не нормы, когда, точнее, это все рассчитывалось и как. Ну, естественно, рассчитывалось это опытным путем, там, путем эксперимента, точнее, наблюдения за беременными женщинами, да, и выявлялись некие такие средние, в общем, показания по здоровью беременной женщины, каким она должна быть, там, что у нее должно быть там в норме, какие гормоны, какие там, тоже касается и ребенка, да, как он там должен развиваться и расти на той или иной неделе беременности, какой должен быть у него там размер и так далее. То есть и все-все-все вот эти показатели, связанные с беременностью, то есть верхняя граница и нижняя граница, это рассчитывалось все достаточно давно. То есть я не знаю, проводились ли какие-то свежие вообще, свежие исследования. То есть это все устарело, ну блин, сколько времени это прошло, женщины уже другие, уже все, мы уже женщины совершенно другой породы, извините за выражение. Какие раньше были, например, во времена, да, Советского Союза, женщины были такие дородные, крупные, кровь с молоком, и какие сейчас, да, задрыги. Ну, вряд ли там женщина, которая весит, там, я не знаю, ростом под 2 метра, весит 80 килограмм, там, касая сажень в плечах, у нее будут такие же показатели, как у какой-нибудь небольшой миниатюрной женщины, и одни и те же показатели для обеих будут являться нормой. Да, вот это, ну, вряд ли. Сейчас в век капитализма все исследования носят исключительно, знаете, характер поиска выгоды, и если этой выгоды нет коммерческой, то кто их будет проводить? Поэтому я не уверена, что какие-то свежие, знаете, исследования проводились. Столько лет прошло, столько воды утекло, а все ориентируются на какие-то вот эти данные, на вот эти таблицы. И по итогу я просмотрела кучу видео на YouTube, где девушки рассказывают о гипотиреозе во время беременности, то есть проблемы с щитовидной железой. Все родили уже даже по второму, по третьему кругу, все плохо. Но вот сам факт, да, что вот это вот нагнетание вот этой какой-то нервной обстановки. По итогу все равно все родят, и ну, там более-менее здоровых детей, насколько это возможно при современной экологии. Ну, короче, пипец. Меня это, честно, вот это вот хождение по больницам, оно очень раздражает. Да, то, извините, у нас типа корона, и надо как бы там воздержаться от походов там в общественные места, лучше не ходить и так далее, соблюдать масочный режим, а беременных женщин гонять по больницам, я не знаю. Все только началось, грубо говоря, там 9-я неделя, да, заканчивается, получается. Еще сколько ходить, и уже столько я раз сбегала в больницу, при всем при том, что
Мне говорят о хороших показателях здоровья, о том, что беременность нормально развивается. Что тогда делать тем женщинам, у которых там плохие показатели? Им сколько раз ходить вообще? Кошмар какой-то, короче, я не знаю. Ладно. Извините, что вклинилась в такой позитивный блок с такой негативной болтовнёй. Так, мы прибыли на место, поездка прошла отлично, время в пути пролетело незаметно. Ну, из минусов время от времени закладывает уши, потому что местность гористая. Если чувствительные к перепадам давления барабанные перепонки, то время от времени бывают неприятные ощущения, которые можно сравнить с полетом в самолете, когда вот самолет набирает высоту, и вот тоже давление меняется, и ушки немного побаливают. Вот, так в целом все хорошо. Ну, еще такая смешная ситуация. За одну станцию до этой вошла женщина и провоняла весь вагон какими-то подкопченными сосисочками. Вот такая вот интересная история. Тут почему-то все сосисочки подкопченные. Если кто-то смотрит меня из тех людей, которые здесь давно живут, скажите, есть ли тут не подкопченные сосиски в продаже, ну типа, как знаете, у нас в России молочные сосиски или вот какие-то такие, потому что очень хочется именно такую, знаете, обычную не копченую сосисочку отварить и съесть с пюрешечкой. Вот такое вот желание у меня странное. Так, до встречи во второй части. Мне кажется, тут уже будет много слишком по времени, чтобы не был затянутый выпуск. Увидимся во второй части.